Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Июля, день Петра и Павла, назван в честь жития, подвигов и страданий святых, славных и всехвальных верховных апостолов Петра и Павла. Оба эти апостола являются самыми главными в распространении христианства. Они не побоялись его проповедовать в Риме, когда начались гонения на христиан. За это пострадали. Петра распяли, а Павел был усечен мечом. По свидетельству очевидцев, из раны истекала кровь с молоком. Верные, взявшие тело его, положили в одном месте со святым Петром. Этот день в народе считался праздником солнца. С этого дня начинались всевозможные ярмарки, которые получили название «Петровские гуляния». С этого времени приступали к уборке хлеба. Сегодня отмечали и проводы лета. Апостол Петр считался покровителем полей и лугов, а также рыболовного промысла. Ему молились о хорошем улове. В этот день платили пошлины и налоги. Церковь получала петровскую дань. Еще этот день в старину называли Петровским говением, так как частенько на эту дату выпадал конец Петровского поста. И если это было так, то готовили обильное угощение и приглашали в гости родственников, соседей. А крестные в этот день дарили крестникам пироги из пшеничной муки. Сегодня было принято умываться из трех родников, чтобы сохранить на долгие годы молодость и красоту. А купание в этот день очищает человека от грехов. Приметы. Идет сегодня дождь, будет и мокрый сенокос. Если в течение дня два раза дождь пошел, будет богатый урожай. Если кукушка кукует после Петрова дня, лето будет долгим. Если сегодня листья с деревьев начинают опадать, дело идет к осени. И если соловей после Петрова дня еще поет, зима начнется после покрова, через 3-4 недели. Если в этот день погода ясна, год будет хороший. А может еще, конечно, чуть-чуть нужно было поджарить, ну ладно. Да, сразу же предупреждаю, чрезмерно сильно термическая обработка разрушает биологически активные вещества, поэтому старайтесь меньше, только раз, но есть в теплом виде. Если все это у вас постоит какое-то время, то биологически активные вещества уже теряют свою активность. Геннадий Петрович, you're welcome. Ага, хорошо. Пожалуйста. Теряют свою активность и уже не такие хорошие, как нам надо, чтобы они нас укрепляли. Итак, я беру свои котлетки. Помочь? А я сразу беру. Давайте. А я тогда приготовлю стол для того, чтобы мы выложили. Одна у меня котлетка с имбирем, другая котлетка у меня с капусточкой. Маленько. Сметанка. Кстати, имбирные котлетки очень хороши в холодное время года, и для того, чтобы человек не простужался. Я хочу эти котлеты. Иммунитет будет укрепляться, память, пищеварение и все остальное. Давайте рядышком. Опа. Вот смотрите, сразу видно, в моей котлетке однородная масса, да. У Танюши получилось... Ну, как бы сказать, такая соломочка. Соломочка. Ну, попробуем. Она, я думаю, тоже приятная будет. Вот так. Так, сметанку вот, на них или дайте посередочке? Так, сметанки, никакой сметанки, подождите. Как никакой сметанки? Ну, тогда, подождите, тогда не макайте в нее. Да. Я буду, ладно. Таня будет со сметаной. Вот смотрите, чем, как сказать, чревато. Если вы хотите, чтобы у вас вес уходил, то никакой сметанки не используйте. Ешьте в сухомяточку. Долго жуйте, и все у вас будет нормально. Как только пошла сметанка, будет гораздо вкуснее
и вы переедаете со сметаной, то вы съели один блинчик, ну, так, ну, два, вот это нормально. А так вы съедаете штучек пять. Ну, что-с? Ладно. Давай, оставим начну. Оставим сметану в покое. Да. Сметану в покое. Да. И я начну каждый с блюда. Да. Другого. Да. Где соберем? Малышки соберем, да? Угу. Ну, попробуем. Ну, по хорошим. Они, по крайней мере, хрустят. Угу. Хрустят, это хорошо. Ну-ка. Одиннадцатые лунные сутки. Они носят такое название «День Экадаши», первый день Экадаши. В лунном цикле бывают разные по энергетике сутки. Эти наиболее мощные из всех. В организме человека они активизируют первоначальную жизненную силу. Йоги ее называют кундалини. Эту энергию важно направлять на укрепление и обновление организма. Для того, чтобы ей ничего не мешало работать, рекомендуется полностью воздержаться от принятия пищи. Если вы сегодня затеяли какое-то дело, то обязательно доведите его до конца. Физическая нагрузка должна быть обычной, а то и чуть меньше. Эмоционально будьте спокойны и не общайтесь с теми людьми, которые вас раздражают. И еще одна важная рекомендация. Сегодня ничего не режьте ножом, даже хлеба. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!